По традиции в сочельник в церквях и храмах собираются верующие, чтобы помолиться за родных и близких. Этот день означает окончание рождественского поста. С появлением на небе первой звезды, которая символизирует возвещение волхвам о рождении Христа, пост считается законченным и начинается сам праздник. Для христиан сочельник является благоприятным временем для молитвы, очищения благих дел и усиленной подготовки к Рождеству. В Тибертау, Свято-Никольском соборе, празднование Рождества Христова начнется уже завтра в 9 часов утра. Во всех храмах будет совершаться праздничные службы, божественная литургия. Народ придет благодарить Бога, славить росшегося Христа, который пришел спасти нас. Ну и, слава Богу, вот в нашем государстве это день, нерабочий день. Люди могут свободно, не заботясь о том, что приходится выходить на работу, например, прийти в храм и помолиться Богу.